Добрый день, дорогие друзья, здравствуйте, другие подруги, а также мои дорогие зарубежные подписчики. Сегодня я вам просто покажу то, что есть в наличии. В наличии получается где-то в районе 14 штук. По порядку. Папа Алекс. Папа Алекс — это делает наша питерская девушка. Quantum Satis, Ольга. Компоненты, ну, я вам его уже показывал, компоненты достаточно интересные и привезены из Франции. Фиолетовое стекло. Прораса. Кипр Ветивер. Прораза. Азурлайн. Практически из одной ниши. Мосгориел. Оакмос. Еще один Мосгориел. Только классик сцент. Классический запах. Диархарис. Сандалвуд. Один из самых лучших сандалов, которые встречались мне вот за все время, что я люблю одеколоны. Еще один Диархарис, только классик коллож. Очень интересный, свежий и такой незабываемый. Ну, впечатляющий запах. Парочка от Александра. Энкренуар. Я вам уже показывал, вы его видели. А вот то, чего вы не видели, это Ветивер. Кстати, еще одна вещь, за которую хотел бы сказать Александру спасибо, за то, что он открыл для меня Ветивер. Раньше я на него внимания не обращал. И только после знакомства с ним стал обращать на них внимание. К сожалению, это не тот Ветивер, который мне нравится, но, тем не менее, вполне достойный экземпляр. Франция, 50 мл, 16 унций. Так, дайте-ка я глаз возьму. Гуэрлейн какой-то. Вот такой вот. Несколько он для меня чуть-чуть сладковатый. Сильно сладкие запахи я не люблю. Не хочу сказать, что он сильно сладкий. Но он для меня чуть-чуть сладковатый, именно поэтому он мне не зашел. Королевский шипр. Королевский шипр уже был, все вы знаете, что это такое, поэтому лишний раз говорить не буду. Хочу сказать лишь одно. Это вещь. И не путайте с обычным шипром, это разное. Ну и подошли к моим, скажем так, костяку. Одни из моих самых любимых. Судя по пустоте флакона, вы можете догадаться, что лично для меня это Dior Homme Sport. Запах так зашел, что прям я вот, ну, жалею уже, что большую бутылку не взял, потому что маленькая быстро кончилась. Второй лично для меня по значимости — это L'Occitane. L'Occitane Mistral. Вы наверняка знаете, что у L'Occitane есть разные линейки. Вот это вот океаническая. В этой линейке они выпускают не только одеколоны, там, но и мыло, там и всякие уходовые, то все. Так вот, мы с Лариской взяли вот этот одеколон, и он наш, он семейный. Я знаю, что он ей очень нравится, она знает, что мне, и каждый раз, когда мы вместе, мы вот этой вот штучкой брызгаемся. Ну, в смысле, я брызгаюсь. Ну, а Лариска дышит. Терри Дермес. Неоднозначный, очень такой не эпатажный, но значимый, интересный. Не на каждый день, но в составе недельки работать будет очень-очень хорошо. Интересная штука. Терри Дермес. Синий Поло. Я вам так скажу, он мне нравится. Но синий Поло — это не совсем то же самое, что зеленый Поло. Вот зеленый Поло, которого здесь нет, он в моих глазах на порядок выше и вкуснее. К сожалению, он у меня кончился, и до сих пор я его еще не взял. Это вещь. А из того, что я еще очень люблю, но здесь нет, потому что оно кончилось, но я себе еще не взял, это Азара Хром. Ребята, Азара Хром — это просто песня. Вот посмотрите вот эти две картинки. Это все то, чем я располагаю на сегодняшний день, и потихонечку буду все это включать в обзоры. Все, пока-пока, всем удачи, душистые, запашистые, берегите себя, берегите своих близких.
Дай вам Бог здоровья.